В Подмосковье открылся первый социальный портал торговли и услуг. Презентация прошла в Московской областной думе. Об интернет-сети и ее возможностях рассказала министр потребительского рынка и услуг региона Екатерина Семенова. На сайте представлены все магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, ярмарки и рынки. Создание порталов для коммерсантов бесплатное. Пока это будут отдельные странички предприятий, на которых можно разместить каталог своей продукции, фото, вакансии и раздел «Отзывы и предложения». В качестве дополнительной опции возможность опубликовать инвестиционные предложения, например, по созданию сетевых магазинов. Пока сайт работает в тестовом режиме. Сейчас он пока будет называться торгреестр.ру, но мы сегодня объявляем конкурс на креативную возможность, так скажем, сделать имя этому порталу, какое бы предприниматели видели, какое было бы им приятно, интересно, звучало бы на слух хорошо, и готовы, так скажем, принимать на сайт нашего министерства любые креативные идеи по названию этого портала. По словам Екатерины Семеновой, Подмосковье – золотое торговое кольцо России, но пока есть проблемы с развитием коммуникаций. Электронная торговля в регионе занимает меньше 1%. Новый портал позволит решить эту проблему. Жители получат удобный поиск товаров и услуг, предприниматели – бесплатную рекламу и размещение вакансий, а сотрудники министерства смогут мониторить ситуацию на рынке. На сайте будет наглядно видно, где переизбыток тех или иных услуг и предприятий, а где недостаток.